Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и сегодня мы пробуем добить стимпанк в игре Cluster Truck. Короче говоря, прошлая серия у нас закончилась фейлом, мы закончили, короче, 8 уровень меня добил просто, я люто долго его проходил, и впервые за все, сколько у нас там, 8 или больше серий, не получилось у меня в Cluster Truck пройти за одну серию все 10 уровней, поэтому давайте мы сейчас добьем. Давайте мы сейчас это дело добьем. Подожди, стой, а что ты такой бодрый-то? Что ты так бодро начал? Так, окей, я понял. Подожди, стой. Все, точно, это же уровень с этим. Хорошо. Сейчас мы... Так. Левитируем. Опа-на, левитируем. Замедление времени, хорошо. Блин. Так. Пальцы как деревянные, на самом деле. Я... Такое ощущение, что я... Что я не играл, не знаю, лет 100 уже. Опа-на. Так, и давай идем. Опа. Так, замедление времени. Опа-на. Хорошо. Вот так. Замедление. Блин. Так, тут надо быстрее приближаться к этим кочебрыжечкам. Так, летим сюда. Хорошо. Окей, вот так. На, под грузовик попал. Зараза. Координация левитации и замедление времени здесь крайне важна. Тихо. Левитация. Блин, под грузовик залетел опять. Да ну что ж ты будешь делать? Вот так. Вот такой начальный прыжок нам и нужен. Ух ты, можно вот так. Так, тихо. Блин, не попал я на него. Вот это дичь. Так. И, ага, погнали вот сюда. Так, замедление нам хватит. Отскакиваем от грузовичка. Твою ж налево! Я чувствую, мы с этим уровнем, короче, сами тоже тут залипнем надолго. И это будет вообще дичь. Твою ж, блин, а? Я тебе потише лучше сделаю. Говорю, как ненормальный. Да блин! Так, ладно, не бомбим, расслабляемся. Короче, надо расслабиться, я понял. Тут надо просто расслабиться. Опа. Вот так вот. Немножко подлевитируем. Хорошо. Блин, ну это дичь. Это уже просто, это такая дичь нереальная, что... Ну, реальная, конечно же. Ага. Это просто капец. Тут уже такая координация действий нужна, что я охереваю. Так вот. Да ну блин! Ну как так-то? Так. Вообще все нахрен мимо пролетел. Угу. Тихо. Да ну как так? Почему? Ну! Вот так тихо, левитируем. Так, идем сюда. Идем сюда. Да, хорошо. Тихо. Можно подлевитировать. Да твою мать, а как там пролетать-то, я не понимаю. Ну что за дичь-то такая? Тихо. Замедляемся. Пробегаем по вот этому. Так, замедление. Немного левитируем. Хорошо. Немножко замедляемся. Под грузовичок и между вот этими давай. Фу, блин, офигеть. Я думал, я эту дичь никогда не пройду. Там 100 тысяч какое-нибудь место вообще, да? 44 тысячи, ну конечно же. Так, ага. Куда? Подожди, а как тут? Стой, подожди, а что там делать? Стой. Не понял? Ага. Блин, надо было подлевитировать. Я понял. Да стоп это, тихо. Так, мы здесь делаем вот так. Тихо. Да я понял все, да подожди ты. Дай ты мне сделать-то мой план реализовать. Ты дурак. Ай. Короче, что здесь делать? А дальше что? Окей, ладно, это я научился проходить. Ну, почти. Тихо, левитируем.
Залетаем в ролечко! Опа! Нет! 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 Давай! Нет, 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 пожалуйста! Больная! Тихо, тихо, тихо! Ну что? Подожди. Мост закрылся! Так ты чё, слышь, ты издеваешься, что ли? Охренеть! Это, короче, все. Этот уровень мы с вами будем проходить до конца этой серии. Правильно я понимаю. Подлевите немножко вот сюда. Сейчас меня это сносить будет херня теперь. Ага. Не будет. Тихо. Мы можем все. Здесь. Вот. А без системы чекпоинтов здесь вообще дичь, короче. Ты такой проходишь до хера, проходишь первую дичь, проходишь вторую дичь. А на третьей дичи, блин, тебя сметает, и тебе надо опять проходить все эти дичи заново. Это ж такая дичь вообще, ну, вы чё, это не серьезно. Давай. Опа. Все, давай. Это очень страшно. Очень. Ну все, левитация закончилась, и я падаю. Хорошо, ну, я хорошо упал. Твою же мать, а! Ну все, короче, да, я говорю, до конца серии у нас теперь вот этот уровень. Очень классно. Очень классные уровни. Спасибо. Это прям вообще сказка. Я всегда хотел таких уровней, блин. Сейчас будет больно. Ой, сейчас будет больно. Ой. Левитация закончилась. Пожалуйста, еще подлевитируй! Ну, капец. Короче. Знатное застревалово у нас тут с вами. И мы будем здесь вечно жить и погибать. Вот так. Тихо, Верный театр, а? Бац, и все. Да. Угу, конечно же. Чуть замедлился, там уже другая фаза. Чуть ускорился, там уже все, хрен тебе на ну. Лети, лепесток через запад, на восток, через север. Хрен туда попадешь ты у меня. Блять, блин, мара. Фак. Как понять, когда все хорошо, а когда все плохо? Лети, мой сладенький. Вот так вот. Хорошо. Проходим. И вот так. Тихо. Нет! Блин, тут... Короче, все, хана. Говорю, хана. Без всяких замедленных времени. Нахуй пошли с этим замедленным временем. Подлевитируй. Сюда. Твою мать, ну началось! Ага, давай. Теперь вот эта вот херня мне не будет давать проходить. До этого все время вообще нормально было. Тут, блин, ненормально теперь. Ага, окей. Угу. Я же говорю, чем дольше ты играешь в уровень, тем тебе его сложнее проходить. Офигеть. Просто замечательно. Просто офигенно. Просто супер. Я, блин, просто доволен. Это такой классный уровень. Уровень стимпанк. Нет! Пожалуйста. Без всяких замедлений. Там мост какой-то у нас. Тихо, а вот и чё? Это мост! Леви! Фу-ху-ху! О, нарастающее давление, ачивку, да, блин, у меня давление действительно наросло, что-то, блин, от этих уровней бомбило вообще нереально. О, господи, да вы чё, в десяточку даже вошел, смотрите, в 10к, нормально. И что у нас следующий, какой уровень? Ад! Ад. Ну, давайте, пожалуй, да, в рамках этой серии посмотрим уже. Ну, будет разделение такое. А зато, когда застряну... Так, что нас здесь ждет, интересно? Воу!
это козы! Ей, козы! Отлично, я даже это промахнулся на грузовика. Хорошо. Козы. Вот так. Козы нас встречают. Они знали, что мы придем. Вот это... Ёперный театр. А теперь козы нас пытаются убить! Я не понял. Вы что, охренели, что ли? Слышите? Свои же. Свои, ребят. Вы что? Опа. Опа. Немножко летим. Опа, на. Так, козы, козы, козы. Вы еще! Короче, сейчас мы с вами застрянем на первом же уровне. Новой зоны. Это будет вообще шикарно. Это будет идеалочка. Опа. Колбаса. Колбаса. Опа. Так, немножко они... Я не понял. Я не понял, как это проходить. Да почему я приземлился-то нормально, блин, на них? Ну, всем хрень, а? Да, я с вами. Но вы-то против меня. Так что ни хрена хорошего не ждите. Я так понимаю, она выползает независимо от того, где я нахожусь. У нее тупо, блин, своя скорость. Я проходил же нормально, ну что ты выползла-то? Я не должен был врезаться. Мразь! Ну это просто жесть. Да ну капец, ну иди ты в задницу-то, слышь, выползающая тварь, блин. Просто мразота нахрен, а? Ну это, блин, это даже не... Она просто тупо выползает и все. Ну в чем прикол-то, блин? Капец. Угу. Катись. Да ну... Что с ним делать? Просто быстрее, блин, подходите. Быстрее не получится, потому что они, походу, от моей, от моего местоположения, как бы. Не трогай ты меня! Я чувствую, мы с вами на этом аду настрадаемся. Это капец. Это просто... Тихо, куда? А куда ты попал-то, алло? Слышь? Да. Подожди, я спустил его проехал. Хотя, подожди. Грузовики тупо легли. В смысле? Что, ребят, происходит-то такое? Хорошо, хорошо. 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 Так. Где финиш? Это мне там надо по лаве? Подожди, финиш. Первый театр, вы видите? Финиш в лаве. А ну капец. Они еще испал. Ну вот это вот. Это пиздец. Это просто конец, я не знаю. Ну, что?
Тихо. Ой, капец, вот это уровень, вот это дичь. О, блин. Что-то у нас по времени нормально еще хватает. О, перевернутые кресты, привет. Привет! Пока! Я тебя должен был напрыгнуть. Ничего не знаю. Я для тебя должен... Ну! Давай, стой! По тебе же! Стой! Ох ты ж, мудрый! Я тебя достану. Я тебя догоню. Я тебе этот крест, знаешь, куда спешу? Под капот. Под капот тебе крест нахрен не толкает. Тихо. И давай, летим! Вот так. Там по 30 тысяч где-то будет. Ну, давай. Опа! 2450 место! Да ладно, до сюда мало кто дошел, что ли? А, это хрень под нами крутится! Господи, там еще какими-то огромными шлягами все сметает! Тихо. Грузовички, миленькие, родненькие, держитесь, катитесь, пожалуйста, едьте. А я пройду пока этот уровень. Ну, это вообще изич, на самом деле, в принципе-то, да? Или, может, так повезло. Давайте смотреть, что мы там. Будем уже в десятках везде. 15 тысяч. Нет, смотрите, когда сюда много дошло. Уровень 9.5. Может, мы сейчас все и пройдем? Спокойно, главное не нервничать. Главное не нервничать! И не бомбить. Все, бомбежка окончена. Стимпанк закончился. Ой, там что-то упало очень большое. Я не знаю, что это падает! Мамочки родненькие! Оу-оу-оу! Падает. Ко мне, ни хрена! Себе, думаю, грузовички, думаю, почему же вы улетели-то от меня, убежали, ускакали. Я, блин, за вами там летел, старался, замедлялся, а вы такие мрази твари убежали. Вот не зря у воды. Вот не зря, кстати, у воды, правильно. Его снесло в камни. У меня тоже камушком снесло. За колесо зацепился. Так, короче, мы бежим быстро. Мы очень быстро бежим. Ага, давай. Давай. Мы должны это сделать. Давай, нет, только не эти падающие каменюки. Нет! Ну ты мразь или как, а? Ну блин, да ну ты издеваешься! Как ты первый раз-то проходил это? Никаких кусков камней, так. Все, давай, просто тут бежим. Никаких тебе камней, ну да блин, ну ты издеваешься, что ли, левитация закончилась. Нахрена эту левитацию ты потратил всю, до того, как, блин, она потребовалась. Она тебе не требовалась там. Хорошо, молодцом. Молодцом по камушке. Кокотя-потя-бу! 9.5. Пройдено. Идишь просто. Ну, тут уже далеко будем. Здесь, да, 18 тысяч. Ну, не так уж далеко, конечно, но нормально. Грузовики насаженные на копья, смотрите. Это как в аду все время там, знаете, тела такие посаженные. Шипы показывают. А здесь грузовики насажены на шипы. Вот так вот. Я же говорю, это ад для грузовиков, для вот этих вот мразей, которые меня, блин, не хотят никак не помогать так. Я левитацию использовал, это очень плохо. Потому что копится она крайне долго. А она мне сейчас, походу, пригодится. И вот сейчас мне потребуется немножко левитации. Стой! Ну, прыгай! Да! Ты прыгнул. Вы слышите, как он, бедняга, гудел. Фу, я все сделал правильно, хорошо. Такой, помоги мне.
Так, 9-6 пройден. Ладно, давайте оставим что-нибудь на следующей серии. 9-7, 9-8, 9-9 и 9-10. 9-8, как всегда, будет жесткий. Вот, на этом все. До новых встреч в новом видео Cluster Truck и других видосиках. С вами был Рост на канале Midcore Show. Игра Cluster Truck, прыгаем в аду, короче, по грузовикам, и добили еще стимпанк. У нас теперь такое расхождение, немножко по сериям, чуть-чуть того по уровням. Вот, но всем большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочка в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!